Привет, друзья! Сегодня у нас вот такая вот снежная погода, и настроение от этого уже новогодне-рождественское. Ну что же, беру чашечку кофе и покажу вам несколько своих работ. Никогда раньше я не использовала, к сожалению, филейную технику вязания крючком. Оказалось, очень даже зря, так как вяжется она не сложнее, чем вышивать крестиком по одной схеме. Вот такая кофточка у меня получилась из 100% хлопка. Ниток, к сожалению, было мало, поэтому получилась только кофточка с коротким рукавом. Ну а это моя самая первая работа. Маечка, связанная из 100% льна. Вот такая вот вставка цветная. Вставка идет и спереди, и сзади, но с разными узорами. Маечка отлично смотрится на чехле черного цвета. С удовольствием носила ее летом. Абсолютно не жаркая модель. Рекомендую. Есть схемы вязания как раз вот таких вот узоров. А вот так вот маечка выглядит сзади. Казалось бы, совершенно простые узоры. Можно комбинировать как хочешь. Но смотрится очень даже симпатично. Мне очень нравятся эти цветовые переходы от светлого к темному. Вот схема, может быть, кому-то из вас пригодятся. А на этом все. Всем желаю хорошего настроения. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока.